Прокачка лидерских качеств, подготовка к олимпиадам и экзаменам, интеллектуально-развлекательные игры и спортивные занятия. Так начались умные каникулы в университетской школе Елабужского института Казанского университета. Осенняя смена «Интеллета» собрала более 100 школьников разных возрастов. Проходили занятия с нашими молодыми педагогами Юлией Алексеевной Понешниковой и Чулпан Ринатовной. Как раз English Speaking Club. Они в игровой форме с ребятами знакомились с правилами английского языка на очень интересной форме. Играли, рисовали, вырезали. Мы со всеми девочками рисовали плакат к Дню народного единства и оформляли отрядный уголок. Также ребята посетили музейный комплекс Елабужского института Казанского университета. В зоологическом музее они ближе узнали особенности природы родного края. Интересный досуг организуют вожатые студенты вуза, будущие учителя. В данный момент мы проходим практику в этой школе, и это очень здорово, работать вместе с детьми, проходить практику в этом заведении. И мне очень нравится, дети интересные, чуть-чуть трудновато, но справляемся. Ничего страшного. Мне здесь нравится питание, мне здесь нравится все. Здесь очень весело. И мне больше всего понравилось то, что здесь есть занятия кубика Рубика. Очень интересно. Диана Желенкова, Денис Сипайлов, Универньюз.